Продолжая выпуск и вновь о событиях в нашей стране. Уборные при школах есть, но они закрыты. В Туркестанской области до сих пор не могут избавиться от уличных туалетов. Особенно актуальна проблема в селах. В этом убедились наши корреспонденты. Школа имени Шамши Калдаякова – самая образцовая в Отрарском районе. Ее ученики регулярно набирают высокие баллы на ЕНТ и выигрывают различные олимпиады. Наверное, нет тут проблем с хозяйственной частью, подумали мы. И правда, здание чистое и опрятное. Внутри предусмотрены уборные, их несколько, но доступ к ним почему-то закрыт. Когда двери открыли, оказалось, воды в санузлах нет. В итоге часть детей ходит на улицу в такой вот не совсем цивилизованный туалет, источающий сильное зловоние. Находиться тут невозможно, но многие дети ходят сюда. Туалет, который внутри школы, мы открываем только для учащихся начальных классов. Уличный туалет для взрослых. Мы стараемся, чтобы дети туда не ходили. Внутренняя уборная для мальчиков была закрыта временно из-за отсутствия воды, но сантехник уже решил проблему. Кстати, не все тут в порядке и с пожарной безопасностью. На территории школы несколько специальных щитов, но ни один не соответствует требованиям. Я никогда не видел, чтобы здесь был песок или огнетушитель. Аналогичная ситуация и в этой школе. Внутренние туалеты есть, но опять нет воды. В местном же отделе образования наличие учебных заведений, где пользуются уличными уборными в районе, отрицают. В Отрарском районе 40 школ, каждый из них пользуется внутренними уборными. Проблема не решена всего в одном учебном заведении, расположенном в отдаленном ауле. Там всего 10 учащихся. Тем временем министр образования и науки Асхат Аймагамбетов недавно отчитался. В Казахстане осталось всего 50 школ с туалетами на улице, хотя 2 года назад их насчитывалось больше 2500. Внутренние уборные сегодня есть почти во всех учебных заведениях. Вот только пользуются ли ими по назначению или они существуют лишь как элемент декора – большой вопрос. Рауль Габитов, Ербулат Абишев, Куаныш Абуов, Хабар 24, Туркестанская область.